отрадно, что мы, москаленцы, накануне этого праздника сплотились в единое целое. Об этом свидетельствует сегодняшнее ваше присутствие на Майорке. Я даже не предполагал, что такое количество соберется сегодня на площади. Ну и этому как раз способствует и погода. Светит солнце, над нами ясное синее небо. Не гремят взрывы, не рвутся снаряды. Это здорово. Чего, к сожалению, не могут сегодня сказать наши украинские братья, где погибают люди, льется кровь. Сегодня с этой площади дает старт велопробег, уже ставший традиционным в нашем районе, посвященный 70-летию Победы. Коллективы, которые, окромя учебы, умудряются еще и заниматься добрыми делами, занимать активную жизненную позицию, делать те вещи, которые необходимы нашим землякам, нашим коллегам, ветеранам где-то, может быть, нашему поселку. Сейчас я зачитаю несколько грамот и попрошу представителей этих учреждений, организаций выйти и получить подарки. Награждается клуб «Патриот», Москаленский лицей, руководитель Баранова Татьяна Александровна. За активное участие в районной добровольческой коалиционной акции «Весенняя неделя добра», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, награждается детское объединение «Альтаир», Москаленский лицей. Также за активное участие в добровольческой акции «Весенняя неделя добра» награждается детское объединение «Оазис», Москаленская средняя школа номер 3. Награждается Москаленская очно-заочная средняя школа. Поаплодируем ребятам, всем, кто принимал участие в этой акции, так необходимой. Также за активное участие в районной добровольческой акции «Весенняя неделя добра» награждается детское объединение «Солнечный город», гимназия имени Горького. Вот так надо встречать и своих друзей, и всех-всех, кого я вызываю сегодня. Ну где гимназия? Награждается детское объединение «Риф», гимназия имени Горького. В заключение хочу еще раз поздравить и пожелать, чтобы добро творилось не только неделю, но и весь год и всю жизнь. Спасибо большое.